Привет, друзья! С вами Фаверсон. И в этом видео я хотел бы поговорить о самом важном и самом нужном классе в игре. Это класс Медик. Мы разберем принципы стрельбы из дробовиков и правила эффективных действий и максимальную эффективность этого класса. Поехали! О выборе брони и снаряжения много говорить не буду. Думаю, с этим разобраться не очень сложно. Скажу лишь, что зачастую игроки, подбирая броню и снаряжение для медика, думают, что им не пригодится шлем, пополняющий здоровье. И тут я не соглашусь. Такие шлемы медику нужны не меньше, чем остальным членам команды. Конечно, если вы не играете на турнире или просто на паблике по турнирному коду. Медик, конечно, может пополнить свое здоровье, но аптечка не бесконечна. И в таком случае ее может не хватить на лечение напарников. Так что я считаю, что шлем, пополняющий здоровье, медику нужен не меньше, чем остальным. И лучший выбор для PvP, я думаю, будет шлем из серии Magma. Он обладает отличной защитой головы, превосходно защищает от светошумовых гранат, ну и немного пополняет здоровье. Если же у вас нет этого шлема, то достаточно будет выбрать между тактическим и саперным шлемом. Лично я предпочитаю тактический. У него тоже отличная защита от светошумовых гранат и защита головы выше, чем у саперного. Ну и естественно не стоит упускать из внимания шлем за короны. Это, конечно, идеальный вариант, но короны в игре еще нужно накопить. В общем, я считаю, что шлем, пополняющий здоровье, помогает экономить заряд аптечки, и это несомненный плюс. Самым эффективным и универсальным оружием для медика я считаю помповые дробовики, которые можно дозаряжать по одному патрону. Есть, конечно, крутые автоматические дробовики, с которыми можно превосходно рашить, но они не так эффективны и точны на средних дистанциях, и перезарядка может настигнуть в самый неподходящий момент. Да и медик хоть и может эффективно зарашить, но все же больше пользы он может принести, выполняя роль поддержки и играя более скрытно. И не стоит думать, что медик может стрелять совсем не целясь. Прицеливание для медика очень важный момент. Будь это стрельба от бедра или же стрельба в режиме прицеливания. Давайте разберемся, почему же так важно хорошо прицеливаться, стреляя дробью. Обычно при выстреле вылетает от 9 до 13 дробинок в зависимости от оружия, из которого вы стреляете. Давайте округлим и возьмем средний урон в 650 единиц. В среднем примерно такой показатель у большинства помповых дробовиков. Ну и предположим, что при выстреле мы имеем заряд из 10 дробинок, а значит каждая дробь наносит 65 единиц урона при условии, что расстояние не превышает максимальную эффективную дальность. А для дробовиков в среднем это 5-6 метров. И если противник одет в бронежилет, добавляющий очки брони, то в среднем нам необходимо нанести не менее 300 единиц урона. И это еще не учитывая множитель урона по конечностям и расстояние. Таким образом, чтобы ликвидировать врага на ближней дистанции, нам необходимо попадание как минимум 5 дробинок. Поэтому, стреляя из дробовика, нужно стараться, чтобы все дроби попадали в цель. И прицеливаться нужно быстро и точно, учитывая разброс. На коротких дистанциях медик редко использует прицел, и для удобства прицеливания от бедра, и для лучшего ощущения разброса и точности, я рекомендую использовать круглый маркер прицела. Если стрелять на расстоянии около 6 метров, то разброс может сыграть злую шутку. И если прицеливаться не очень точно, либо если противник успеет отойти в сторону, то большая часть дробинок может попросту не попасть в цель. Если потребуется стрелять на средней дистанции, то естественно для большей точности лучше использовать прицел. И чаще всего на дробовик ставят коллиматорный прицел Moji Zero, ну или реже используют прицел Aimpoint. Эти прицелы повышают точность. Чтобы лучше понять и ощутить разницу в точности и разбросе, можно опять же пострелять в стену на полигоне, стреляя от бедра и в режиме прицеливания. Думаю, разница будет сразу же очевидна. Также опытные медики во время боя, в зависимости от ситуации, меняют дульные модули. Это пламегаситель, глушитель и штык-нож. И тут нужно понимать, что стреляя из дробовика,
На средней дистанции не всегда эффективно использовать пламегаситель, который снижает падение урона на расстоянии, потому что точность он не увеличивает, и, вероятно, большая часть дробинок просто не попадет в цель. А если использовать глушитель, повышающий точность, то, возможно, больше дробей достигнет цели, хоть и с меньшим уроном, но суммарный урон будет больше. И я повторюсь, чтобы эффективно использовать преимущества модулей в той или иной ситуации, нужно хорошо понимать, насколько эти модули увеличивают или уменьшают необходимые показатели. Ну и не стоит забывать, что стреляя в подкате, ваша точность тоже значительно увеличивается. Но об этом поговорим позже. В общем, стреляя из дробовика, нужно хорошо учитывать разброс, точность и эффективную дальность. А это все приходит только благодаря ежедневным тренировкам. Мало того, что медик очень опасен на коротких дистанциях, так он вдобавок ко всему способен решить исход битвы, не сделав ни единого выстрела. Если научиться и понимать, как правильно и эффективно использовать аптечку и дефибриллятор, то шансы на победу в бою вырастут многократно. Играя за этот класс, очень важно следить и контролировать одновременно немало ключевых моментов. Нужно успеть оценивать врага и его тактику. Нужно проанализировать и определить самых эффективных бойцов твоей команды. Нужно следить за зарядом аптечки и дефибриллятора. И нужно правильно выбирать и оценивать пути наступления и отступления при необходимости. Если изучение врага занимает 1-2 раунда, то анализ игроков твоей команды лучше произвести как можно скорее. Я думаю, вы согласитесь, что не стоит тратить заряд аптечки и дефибриллятора на игрока, который постоянно бездумно ломится в сторону врага и умирает, не сделав ни одного фрага. Гораздо полезней определить пару эффективных бойцов и контролировать их перемещение в нужный момент, пополнить их здоровье или реанимировать. Ну и нужно понимать, что пополняя здоровье напарника, не стоит прижиматься к нему вплотную, а лучше делать это из-за укрытия и не нарываться на шальную пулю. И как я уже говорил раньше, нужно всегда следить за зарядом аптечки. Уровень заряда у дефибриллятора и аптечки общий. И если неподалеку только что отъехал напарник, то нужно оценить обстановку и уровень заряда, убедиться, что тушку напарника не контролирует противник, при необходимости задымить прострелы и реанимировать товарища. При этом желательно тоже не стоять на месте, чтобы не стать легкой мишенью. Нужно научиться очень быстро оценивать обстановку и принимать верное решение. Подлечить себя и напарников, или лучше дождаться заряда дефибриллятора и реанимировать одного из членов команды. Именно от таких решений и будет зависеть эффективность медика и команды в целом. Всегда думайте, куда полезнее потратить драгоценный заряд аптечки и дефибриллятора. При лечении напарников будьте осторожны и не нарывайтесь на шальную пулю. Ну и, конечно, в первую очередь реанимируйте более ценных членов команды, если это возможно. Думаю, ни для кого не секрет, что медик является опасным противником на коротких дистанциях и в замкнутых пространствах. Исходя из этого, желательно перемещаться по карте вдоль стен, а не по открытой местности. Длинные участки желательно преодолевать в подкате, заранее прицелившись в предполагаемое место появления противника. Конечно, медик может эффективно зарашить, но с большей вероятностью это закончится плачевно. В итоге команда останется без врача, и шансы на победу значительно снизятся. Гораздо больше пользы медик может принести в обороне, пополняя здоровье напарников и контролируя ключевые подходы к той или иной точке. Для этого нужно выбирать такие позиции, чтобы вы были прикрыты как минимум с двух сторон. А это либо узкий коридор, либо угол. Контролируя подходы, неплохо бы иметь хорошие наушники для того, чтобы вовремя среагировать на приближение врага. И чаще всего будет полезно первым выскочить и засандалить пару дробей в противника, чем ждать, пока он выскочит и поставит хедшот префайером. Ну и если будет необходимость выходить на противника со средней дистанции, то не стоит сближаться на пролом, как джиггернаут. Лучше сближаться мансуя, чтобы попасть по вам было сложнее. И тут уж точно не стоит входить в подкат. Если это средняя дистанция больше 5 метров, в подкате вы становитесь очень легкой мишенью. И опытный противник поймет, что ближайшие пару секунд вы будете скользить на пятой точке в одном направлении
и ничего не сможете изменить. Подкат эффективен только, когда его не ожидают. Так что придерживайтесь коротких дистанций и не пытайтесь перестреливаться на средних и дальних дистанциях. Есть еще один важный навык для медика. Это навык пистолетных боев. Пистолет для медика часто заменяет основное оружие. Но о пистолетных боях я поговорю в другом видео, так как это тоже очень интересная и важная тема. Ну и на этом все. С вами был Фаверсон. До встречи в новых видео. Пока!